дополнительные выборы депутатов Хабаровской городской думы 6-го созыва по одномандатным избирательным округам номер 9 и 31 были признаны состоявшимися и действительными. Да, 18 сентября хабаровчане определяли, какой, по их мнению, должна быть не только Госдума. В двух одномандатных округах довыбирали также городских депутатов, поскольку два места оказались по разным причинам вакантны. В 9-м округе победил первый проректор университета путей сообщения Андрей Ганус. В 31-м Александр Федоров, директор компании «Стройдорсервис». Впереди у народных избранников много работы. Много вопросов по городскому хозяйству. В первую очередь это решение вопросов парковочных мест, вопросы, связанные с тем, чтобы с благоустройством города, с тем, чтобы решить ряд проблем социальной сферы. Александру Олеговичу, к слову, всего 30 лет. Немного ли на себя взял? Отвечает ведь теперь за жителей центрального района, а не только за свою компанию. Несмотря на то, что довольно молод, обладая довольно серьезно на сегодняшний день профессиональным управленческим опытом, чувствую в себе силы и желание работать на благо города, поэтому думаю, что все получится. Желают новым депутатам удачи и ждут реальных результатов работы. Дмитрий Павленко и Денис Лесников. Программа «Настоящее время».